Я-то думаю, где Аниса? А она вот она. Это не обращайте внимания, это у нас балкон. Мы его обиваем изнутри. Привет, народ! Я снова на липовой аллее, но вы сейчас увидите позади меня, что это уже не липовая аллея. Ее всю обкарнали. Вот. И она уже не такая красочная, как была раньше. Вот. И вообще тут стало как-то неудобно ходить, знаете, раньше, несмотря на то, что она была такая запущенная. Тут было красиво и как-то уютно, а сейчас стало совсем неуютно, потому что очень часто тут стали ходить, гулять с собаками, и так вот идешь, снимаешь что-нибудь, разговариваешь с камерой, и потом бац, и в каку наступил. Вот такой, в общем, может прилететь сюрпризик. Пишите, кстати, как вы относитесь, к таким собачникам, которые за собачками своими не убирают. Вот. И если у вас есть, своя собачка, убираете ли вы за ней? Вон, видите, аллея теперь какая лысая. Вот, в общем, напишите, убираете ли вы за своей собачкой, когда выгуливаете. И если... да, то почему? И если нет, то почему? Просто интересно. Я сейчас иду домой. Ну, как домой, не совсем. Мне сначала надо... Господи, солнце в спину. Сначала нужно зайти в ЕРЦ или что-то в этом духе. Или типа как мои документы называются. Открепиться от нашего участка избирательного и прикрепиться к другому, поскольку мы будем голосовать не по месту прописки. Вот. Мама сказала, звонила мне, сказала, что это очень геморройно. Так что иди. Там кучу всего нужно заполнять, каких-то анкет и прочее, прочее. Вот. И потом мне еще нужно заскочить на почту. Надеюсь, что успею до закрытия. Походу, моя петличка пришла. Посмотрим, так ли это. Вот, так что увидимся с вами уже на даче. Посмотрим, что там будет, какая работа. Прошлые выходные, да, я говорила, я не снимала. Просто было некогда. Мы 2 недели ездили по гостям. И совершенно было некогда снимать. Хотелось побольше успеть сделать. Вот, поэтому меня не видно. Меня не видно из-за солнца. Я, в общем, что хотела сказать. Хотела сказать, что там, на даче за прошлые выходные, я в основном обрезала деревья какие-то сухие, то, что у нас засохло, там слива, вишня. Смородину обрезала, старые ветки. Вот, в эти выходные еще нужно это доделать. До сарая дело не дошло. Вот. Подкармливала пионы. Флоксы какие-то, вот многолетки. Вот. Ну и, в общем-то, так, по мелочи. И вроде как масштабно занималась обрезкой кустов. Поэтому ушла в это по самое горло. Так, друзья, привет! Я зашла в 4 Лапы и купила Алиске много вкусняшек. Извиняюсь за звук, я в лифте, и он пищит. Хотела вам сказать, что открепительное удостоверение я получила, его не так сложно получить. Собственно, в МФЦ или как это называется, в общем, или в мои документы, в общем,
вот такую какую-то местную районную организацию заходишь и просто получаешь, говоришь, зачем пришел. Там нужно заполнить заявление, но не самостоятельно, его заполняет специалист, просто задает необходимые вопросы какие-то, ну там про прописку, регистрацию, что-то такое. Вот. Где вы будете находиться в момент выборов, и если знаете номер участка. И все, вас прикрепляют, дают вам открепительный лист. Или прикрепительный лист, в общем. И все, вы можете голосовать по месту прикрепления, либо если вы находитесь по месту прописки, вы можете спокойно прийти по месту прописки, вам никто ничего не скажет, что вы открепились. Вот, так что пошла домой радовать Алиску, а то нам пора собираться уже на дачу. Пока-пока. Привет, друзья! Ух, побегалась, пробежалась по почте. Короче, пришла мне посылка интересная, короче, из города Орел. А с наложенным платежом я испугалась, что придется платить за посылку. Я опять в лифте. Вот, в общем, я испугалась, что придется за посылку платить, но, в общем, оказалось, что я спутала это с наложенным платежом. Так что все нормально. Подозреваю, что это пришла мне посылочка от компании Альсария. Так что увидимся с вами в следующем видео, будем распаковывать и смотреть. И еще пришла мне маленькая посылочка из Китая. Надеюсь, что микрофон, но походу нет. Киса меня встречает, да? Алиска ко мне прибежала. Алиска прибежала и встречает меня. Да. Алис, покажи людям. Покажи людям моську свою. Да, кися меня встречает. Кися хорошая. Голодная, наверное. Отвыкла, что мамка теперь на работу ходит. Да? Киса. Я отвыкла. Все, пойдем кормить кису.